Друзья, всем огромный привет. Привет. Мы приехали на дачу. Только-только приехали на дачу. Настюшка у нас дома осталась. Там они поедут в Пермь. У подружки день рождения отмечают. А мы приехали на дачу. Вот, привезли, ну, вещи, как обычно, продукты, вещи. Димка, помогай разбирай. Взяли вон минералочки. Минералочки взяли. Это арбузы. Ой, арбузы, что говорю, какие арбузы? Это огурцы. Огурцы и кабачки. А мы еще их не досадили. Как-то все в этом году долго. В том году, мне кажется, уже все сидело. В этом году все еще вот садим. Ну ладно, сейчас мы сало это все сделаем. Разложим продукты. Пойдемте маленько на огород. Выйдем. Покажу, что у нас новенького. Это дома наварил каши. На рыбалку завтра с Димоном поедем. На рыбалку с Димоном поедем. На леща, на кольцо, на лодке. Вот. Так, ну что у нас новенького? Все, в принципе, тихонечко. А, ну сейчас закроем ворота. Все, в принципе, тихонечко у нас цветет. Алла еще вот такие посадила. Какие-то ромашки или что это такое? Ну, вообще на пачке было написано хризантема. Ну, это что-то вот... Хризантема написано было? Странно. Ну, что-то не то. Да? Димон, закрой ворота, пожалуйста. Ага. Ты баню открыл? Да. Молодец. Вот. Пиончики. Эти, вот эти вот, как они называются, не знаю. Мы их сажали, сколько, 4. С той стороны они погибли. С этой стороны пока вот живет, вроде... Даже побеги дает, так возможно... Ну, вроде вот накручивается, я смотрю, вот она прям накручивается. Надеемся, это, выживет. Но Алла сказала, хватит одной, по идее, все заплести. Не, она одна заплетет. Заплести, ну, посмотрим. Пиончики. Здесь что-то посадила я даже... А, это нам... Это нам соседка дала бархатцы, да. Бархатцы. Это все будут бархатцы. Это все... Как они? Гортензии? Это гортензии все. И в горшках. Вот цветочки. А вот здесь вот висят. Это лобелия, да? Или бакопа? Лобелия, да. Я знаю, просто на доме висит, знаю, что лобелия. Сейчас покажу еще. На доме тоже покажу, там, как сделали. Иди сюда, Арчи. Вот эти петунии. Петунии, да? Не пионы же, петунии? Я все путаю. Вот эти петунии... Сперва что-то они как-то погибли. Ну, не погибли, как бы это, видите. Одни палочки остались. А сейчас вот видно уже листья свежие растут, так что они живые. Скоро это будут заполнять. Почему-то они начали сбрасывать листья, я их посадила, они начали сбрасывать, не знаю почему. Заполнят горшок, ну, и все будет нормально. Вон, видите, были одни палочки, сейчас они все нормально уже, все. Пошло все в рост. Все в рост пошло. Здесь клумбочка, да чё? Блин, опять забыли эту купить-то. Или хотя бы посмотреть в светофоре ленту. Бордюрную ленту. Я говорю, а то поливаем, и оно, это... Земля потихонечку уседает. Это цинии. Вот такая красота. Нет, ну вот это красивое. Это какая-то не очень. Ну, посмотрим, как раскроются, я не знаю. Такие, некоторые такие... Недоцинии какие-то. Ну, посмотрим. Очень даже недоцинии. Хотя на картинках были такие прямо, вот такие все прямо, ух. Ага. А это что такое вот это? Здесь тоже. А это тоже цинии, что ли? Что это такое по кругу? Это кустовые цинии. А, кустовые цинии. Вот, ну вот. Ага. Как-то так. Редиска, лук. Вот редисочка. Лучок. Все растет, все хорошо. Все хорошо, все растет. В теплице. Ну, все отлично. Вот сейчас будем досаживать огурцы. Сюда огурцы досадим. А слушай, а эту ты хотела базилик в конце? Тоже привезла базилик? Вот так, в принципе, и помидоры, и все живет. На, только подполоть вон там. А, нет, капельный полив бросил вот этот шланг. Ну, что-то мне не нравится, наверное, я его уберу. Какой-то он
Ну, посмотрим, посмотрим. Надо переделывать. От трубы хочу сделать, от основной трубы сделать именно сюда капельный полив. Ну, не капельный, даже просто полив любой, чтобы удобно было. Можно и шланг, чтобы он только отдельно подключался. Салатики. Ну, что-то не шибко быстро растут-то салатики. Эти, как они, тюльпаны уже все отцвели. Давно уже. Они уже вон страшненькие такие стоят. Вот, вот лезут эти. Петрушка. Это петрушка, да, лезет. Там он, укроп. Видно, что-то лезет, укроп. Здесь тоже салаты, да, всякие? Или что это, салаты? Тут все салаты. Все салаты. Салаты, тут жрёт, салаты. Все салаты. Мушка. Арбузики. Надо их сейчас все поливать. А там что, кстати, вот там грядка у меня с цветами. Ну-ка, посмотрим, надо что-то расцвело. Все поливать. Ну-ка, арбузы, дай гляну. Ну, арбузики такие. Ну, живые, видно. Наверное, надо больше поливать, они, наверное, любят воду. Арбузы, они же водянистые такие. Пойдем, куда ты хотела? Алла поставила. Тамара Павловна, здрасте. Алла поставила вертушки на Викторию, вон. Хотя еще ягод нету, но уже, наверное, это. Можно, можно. Ну, их подергаем. Да нет, так-то еще ничего. Ну, получше, все еще чистенько, я более-менее. Метра. Здесь тоже, что это такое? Цветы. Это тоже цини, вот это сидят? Что за, мне подсунули? Да, тоже цини какие-то, да. Вот это, тоже цини. А, какую-то подсунули, вот это, что это? Это должно цвести? Ну, я вообще покупала два цветочка, вот таких. Вот купила на рынке, да? Два цветка, вот такой один. Ну, он второй такой же должен быть. Ага. А второй были одинаковые. Куда пошел? Куда пошел? А второй вот такой вырос. Это, наверное, что из него будет? А там какие-то три шишки вон. Пусть это вообще, знаешь, как кашка. А может зацветет, может как красивый? Клевер. Или нет, фигня? Это кашка, это ромашка, блин. Да? Это надо выкапывать, конечно, шляпа. Я думаю, на что это похоже? Ну ладно, посмотрим. Сейчас, короче, мы это выкопаем, я сюда другое посмотрю. Посмотрим. Ну, розочки. Там уже все. Красиво? Розочки все красивые, все цветут. Ирисы расцвели. Ирисы. Все. Все, короче, все нормально, все красиво. Кабачки мы еще только привезли сейчас. Тоже еще там у нас три штуки только сидят и все. Еще не сажали толком кабачки. О, Алла посадила вот так вот. Как это называется? Климатис? А, эустома. Я сейчас наговорю вам. Я сейчас наговорю. Я не на опыте же. Эустома. Побоялась просто ее садить сразу в грунт, поэтому посадила ее сперва вот так. Ну, ни одна не сдохла, смотри. Но, чтобы в тенечке здесь были они, как бы это. Это эустома. Да, на солнышко переносить сегодня прохладно. Давай внесем. Так вон солнышко, можешь нет, посадить. Туда. А вон на белый поддон стрелка хорошо. Не-не-не, там жарко, туда. В смысле? Это же не жарко вообще. Ты хочешь прямо туда, к горшкам? Угу. Они здесь и будут, да, расти в этом? Да. А как они вот выглядят? Палочкой? Как розы, если вырастут. Ну, это однолетка все, да? Ну, дома можно как многолетку ее. И второй вот сюда, и все. Ну. Уже маленький виноград. Видите, как виноград разросся, смотрите. Уже вот эти вот, уже эти усы подстригал у него маленько, вот новые вылезли уже. Ладно, пошли переоденемся, да поработаем, блин. Ну, сейчас. Погодка отличная вообще. Июнь хороший нынче. И в бассейне, все. И в бассейне покупались, и поработали, и позагорали, и что такое, не поделали. Вот шатер поставили. Я где-то показывал в коротких видео-то, но в длинных-то не показывал роликах. Вот. Поставили шатер. Намного с ним как-то удобней. Вода нагревается так же, независимо, там тень, не тень, там нагревается так же, все хорошо. Новый укрывной постелили под него материал, вот этот вот. Обычный, как на грядке стелим. Здесь дорожку сделали, чтобы проходить качельки. Вот так вот, хоп. А эту мягкую убираем, чтобы дождем не мочило просто. Она у нас в бане. И все, вот так вот выглядит. Так сидим.
мне кажется, неплохо. Дрова так и не сжег. Жара наступила, баню не топил. Баню пока не топил. Может быть, сегодня, завтра затоплю. Тоже не знаю пока еще. Все, вроде все. Крепенько, все надежненько стоит. Так, ну ладно. Пойдем переодеваться, вещи разложим. Да за работу. Ну, у нас какая работа-то основная? Это посадить огурцы и кабачки. На доме ты не показал. Вон на доме разрослись лобелия, бакопа. Я уже тихонечко выучил. Ну, красиво. Там, вон, вижу мак. Мак. Пройду маленько сюда. Это глина доставал. Ну, она сейчас, надо ее это разбить, ее вот так в землю всю. Я копал там канализацию. Вроде ничего. Вроде вся вода уходит. Да, все нормально. Все отлично. Работает, короче. Не зря купил этот бур. Вот, смотрите, какой мак. Красивый. Раз уж сюда зашел, думаю, дойду до яблоньки, покажу. Вишня, вот ее надо отсюда выкопать из-под дома, пересадить в другое место. Вишня уже, вон, ягодки. Ну, конечно, еще зеленые. Где-то смотрю на юге. На юге смотрю у людей. Уже там уже, конечно, вишня, уже собирают ее. Но у нас намного все позднее на Урале. Вот. У нас нынче вишня разрослась большущая. Это уала тут какой-то цветочек вьющийся. Забыл, как он называется. Как называется? О, глициния. Глициния, но разрастается. Такие листья большие. Ну, надо делать что-то, какую-то опору. Алла говорит, она должна быть такая висящая от это, такими. Как говорит в Аватаре. Кто смотрел фильм Аватар, тот понимает. А это у нас яблоня. И на ней было нынче... О, веточка тут сломалась. Кончик самый. На ней было много цветочков. Где-то я... Где... Вот здесь неудобно, у нас сирень и яблоня. Так вот посажены они прямо вообще близко-близко. Не пройти, не проехать здесь. Где-то я видел яблоки. Считал где-то штук... В том году было 2, в этом году уже где-то штук 20. Вот видите яблочко. Вот яблочко. Вот яблочко. Это все на одной ветке. А так цветов было вообще много. Вот яблочко. Вот. Короче, ну сколько-нибудь, не знаю какого размера они будут, конечно. Может быть, там ведерко соберем. Посмотрим. Ну ладно, все. Сейчас вроде все рассказал. Все рассказал. Сейчас можно идти уже переодеваться. Переодеваться и браться уже за работу. Ну что, мамуля, идем? Я уже все, переоделся. В свои маечки. А вот у нас еще цветы-то. Не показал, наверное, да, в этих? В кашпо вот таких подвесных. Тоже красиво. Виноград, конечно, маханул. Виноград вообще разросся. Там еще, кстати, мы взяли не только кабачки и огурцы, а еще это цветы, да? Вот еще в коробке. Бархатцами остатки. А, это остатки бархатцев. Ну, дома забрали. Вот. Надо будет их. А вот эти, да? Вот я вижу эти, сиреневые. Как она? Как они называются-то? Забыла, что ли? Мыслишь. Базилик забыл. Базилик. Ой, базиликом запахло, потрогала. Че, это оставлять, да? Ничего не надо брать. Перчатки. Зачем? Нет, конечно. Так.
Вот это у нас получается последнее, что ли, посадили в этом году. Кабачочки растут. Кабачочки все вон. Все хорошенькие кабачочки, все выросли. Здесь два посадили, нам тоже давали. Но они у нас погибли. Здесь все нормально. Наша красивая бульдонеш уже не такая красивая. Здесь еще по низу красивые цветы. А так уже все, смотрите, сколько она просто вот вся осыпается. Вся осыпается. Жестко вообще. Ладно, не будем трясти. Мало цветет, такая красота, но мало цветет. Вот уже опять можно скоро косить. Может быть, не в этот раз, но в следующий раз точно надо косить. Вот, что-то кепку-то не одел. Ты уже все, понеслась. А дай мне кабачки. Я пойду кабачки, может быть, натыкаю там. Там надо еще пару дырок вырезать вот. Это опять столько кабачков? Хотели же 4 кабачка посадить. Ну так что, пустая грядка будет стоять? Так ты же хотела туда посадить эти. Кого? Патиссоны, там тыкву какую-то или что? Ну чё? Там все вроде должно быть, не знаю, что выжило. А, у тебя в перемешку что ли там? Что выжило, то выжило как бы. Ну ладно, давай. Удобно, кстати, вот так вот выплавляли крышкой, нагревали крышку железную, вот так вот выплавляли, ну все классно. О, там по несколько что ли? Да ну, блин, натыкала семян. Давай. Мне первые огурцы не взошли. Я психанула, натыкала, думаю, что взойдет, то взойдет. А они все взошли, они, да? Взяли и взошли все. Ничего себе. А первые, вот, 4 штучки только взошли, наверное, 15. Огурчики все посадили? Аккуратно, только там корешочки. Это базилик. Здесь вот у нас будет базилик, получается. Там тоже огурец. То есть у нас, смотрите, как получается. Посередине перцы. Справа помидоры. Такие, да, бодрые помидоры-то. И перцы тоже такие стоят хорошо. Тут еще помидоры. А, там в конце перцев тоже помидоры. Здесь у нас получается огурцы. Раньше вроде говорили, что огурцы нельзя сажать с помидорами. Да все садят. Ну что-то, да, все садят. Мы решили все в одно. Мы столько, нам столько не надо в таком количестве. Мы раньше в парниках же огурцы делали. Парники вообще можно со временем разобрать, наверное, не знаю. Но пока вот посадили туда арбузы, посмотрим, что получится. Если арбузы будут расти, то почему бы и нет. Вот, получается, огурцы, перцы, помидоры. И в конце у нас 3 базилика. Раз, два. И вон там у нас еще отверстие есть. 3. Все, и пойдем на улицу. Там несколько кабачков тоже надо будет отверстие сделать и посадить. Тоже кабачков-то много. Да с психу тоже натыкала. Мы вообще хотели. Возьми все и вырасти. Я говорю, давай все, 4 кабачка. Да-да-да, в этом году 4 кабачка будем садить только. Опять. 25. Опять кабачков столько много. Ну, в этом году меньше, чушь. Ну сколько? Вон грядка за моей спиной. Сколько там штук? 5. И здесь сейчас будет 4 как минимум. Хорошие кабачочки. Не росли, не росли, взяли, выросли. Хорошие кабачочки. Что тут проплавить? Что ты так аккуратно посмотрел, что там земли наковырял? Так я выковыривала, потому что это из баночки. Ну проплавь. Или резать, или что, или лучше вот проплавить. Кто не видел в наших предыдущих видео, держи, мамуля. Как мы делали. А я сейчас баллончиком нагреваю крышку. Вообще годная тема такая. Сразу 2 можно сделать. Давай. Что, еще одна? Че? Дырка. Нет. Они разрастаются, хватит меня. Потом ходить негде будет. О, видели, как аккуратно получается? Смотрите, вообще прям классно. Подсмотрели в интернете, потом еще
подписчица нам прислала видео, вроде видео или ссылку на видео. Вот, и сделали точно так же, классный такой метод. Быстро, все легко и просто. Так, ну все, в принципе, по огороду мы сделали все, да, ведь? А, ну это уже, да, сейчас уже будем поливать, а так-то, в принципе, уже все. Вот. Так что, друзья, на этом видео будем заканчивать. Хочется сказать вам огромное спасибо за просмотр. Дай бог, у нас все будет расти хорошо. Урожая будет много. Все это, конечно же, будем показывать в нашем канале. Так что, кто не подписан, обязательно подписывайтесь. Ну, а сейчас всем удачи, до новых видео. Всем, друзья, пока-пока-пока.